главное предложение дня. Только сегодня, в самые счастливые часы и дни на телеканале Шоп-н-Шоу. Это особенная, красивая осенняя коллекция. Меняется погода, меняется настроение, меняется то дождь, то снег, то влажность, но не меняется одно. Это верхняя одежда, которая выдерживает совершенно все. Ее сегодня представляет наш стилист-эксперт Микола Комендров. И главным предложением дня становится куртка, которая встретит красиво осень, продолжит вашу красивую зиму в качестве подстежки под пальто и весною даже на под жакетом будет смотреться симпатично. Компактная, удобная за счет мелкой стежки, красивым, элегантным, актуальным в этом сезоне цветами в виде розы. Евросинтепон, который обеспечивает тепло до минус 5 градусов во время ношения под стежкой до минус 30. Ну и, конечно же, в дождливую погоду наши розы любят купаться, но при этом не промокать. Поэтому вам, пожалуйста, для этого наш эксперимент. Пропитка, которая у нас с вами не вымывается из полотна во время изготовления полотна, является защитой от влаги. Поэтому изделие в дождливую погоду просто покрывается такими каплями, но при этом высыхает при теплых температурах. Но самое главное, насколько вы будете красивы безумно. Мой цвет сегодня это розовый. Знаете, настоящие розы, как эффект 3D. Необыкновенный цвет называется синий-розовый. Я выбрала его сегодня и сказала, это мой любимчик. Какие еще можно выбирать сегодня? Можно выбрать для себя красный оттенок. Вот, пожалуйста, розовый, больше похожий с сиреневым. Вот у нас с вами розовый оттенок. Правильно? Голубой оттенок. У него мятные такие вставки будут. И черно-белый. То есть у нас черно-белый – это просто черно-белый. С зелеными пятнами, голубыми розами будет называться синий. Розовые цветы с добавлением красного будет называться розовый, а вот розовый с добавлением розового будет называться у нас с вами красный. Самое главное – разобраться. Но при этом, Микола, мы знаем одно. Цена сегодня 3999 рублей. Это бонус, потому что верхнюю одежду мы носим каждый день, и она нас должна устраивать. Знаете, как в детстве, когда мы наряжались, приходили все, мы хвастались. Вот я желаю, чтобы вы хвастались своей курткой. 3799 – это оплата при банковской карте. Вы получаете скидку 5%. Выбор размера. Смотрите, на мне, во-первых, рост 175 мой. Я выбрала 50 размер, и она свободна, но я люблю носить плотные джемпера. Микол, как следует выбрать размер, если, допустим, верхний тип фигуры или нижний тип фигуры? Но верхнюю одежду можно выбирать как своего собственного размера, если вы доверяете бренду, либо брать размером больше. В данном случае можно и так, и так. Воротник 5 сантиметров. Глубина нашего с вами плеча 13 сантиметров. Длина рукав 62 сантиметра. Для объемного предплечья, пододетого еще и со свитером, 20 сантиметров, то есть окружность 40. По груди в 50 размере изделие 55, то есть грудь идет на 110. По бедрам изделие будет составлять 60, то есть на 120. Общая длина нашего изделия 74 сантиметра. В зависимости от выбранного размера может еще варьироваться на плюс-минус 2 сантиметра. Ты знаешь, когда верхняя одежда доставляет тебе такое удовольствие, что когда ты ее купила, а на улице еще тепло, но ты хочешь ее уже надеть. Когда ты ждешь вот эту прохладную погоду, может быть, влажную погоду, и тебя она не страшит, у тебя нет никакой грусти, потому что ты, знаете, ты красивая. Вот как в детстве. Я желаю вам вспомнить эти ощущения, когда вам родители приобретали красивые вещи, вы их надевали, и вы были такой девочкой-девочкой в любом возрасте. Поэтому выбирайте прямо сегодня. Ну и, конечно, но это красиво, да? Вот, Микол, когда это красиво. Да, при этом розы у нас с вами никогда не выходят из моды, здесь они такие реалистичные у нас с вами изображены, причем в таком стиле немножко готическом, а при этом это выглядит очень эффектно. Даже на розах есть такие, знаете, легкие фрагменты капель росы, которые намекают о том, что я не промокающий продукт. Во многих брендах присутствует изображение роз. Кристиан Диор, Живанши, это у нас с вами Маквин, конечно, Дольче Габбана. Это вот чаще всего бренды, которые прямо вот олицетворяют розу как свою.
Мелкая ромбовидная стежка. Это всегда удобно. Во-первых, она стройнит. Во-вторых, чем меньше стежка, здесь она среднего объема, она хорошо держит синдипон, а значит, он не разбегается и не эмигрирует во время носки, либо ее вот такой компактности. Отлично. То есть ее можно мять, и, как говорится, она в таком калачике может лежать. Ничего с ней страшного не будет. Угу. Расправили всегда и надели. Всегда с собой. Всегда с собой. И под пальто, да, под какой-то, да, еще верхний тренч. И как современная именно куртка, верхняя одежда. Я напоминаю, что сегодня в счастливые часы вы можете выбрать сегодня нашу куртку Линда. Она представлена впервые. Это новинка. Мне она нравится. Она, знаете, она дарит такую радость. И когда ты смотришь на эту женщину, ты понимаешь, вот она модница. Я желаю, чтобы вы были модницы. Слушай, что касается сезонного предложения, да, до скольки, до минус скольки можно носить? Смотрите, от 0 до минус 5 – это ее стандарт, когда вы ее носите просто с легкими блузами. Вот ударили первые заморозки легкие. Вы в шифоновой блузе. Мы сегодня с вами выбрали от Pre-Woman. Добавьте данную куртку вот от 0 до минус 5 градусов. Потом идет уже морозы, начинается минус 7, 6, 8. Вы добавляете уже теплый свитер, она опять играет. Потом вы ее пододеваете под любимое пальто, и вот вместе суммарно с теплом пальто она начинает работать еще больше. Да, да, да. Ну и, безусловно, конечно же, следующей весной вы снова ее наденете. И самое интересное, эта куртка уместилась под жакет, что является ее преимуществом. То есть данное изделие реально выполняет роль функциональной самостоятельной одежды, а иногда как дополнительно. Идеальная длина, идеальный воротничок-стоечка, отличная пройма. То есть вот все самое лучшее. Мне нравится, что она, знаешь, настолько комфортна, при этом вроде прямой крой, но настолько аккуратный. То есть если бы у меня был животик, все это как-то скрадывается, да? Да, здесь у нас с вами за счет того, что А-образный силуэт, выточка идет не горизонтальная, а выходящая из подмышечной проймы и начинает полностью рельефно проходить по нашей фигуре. При этом она еще и захватывает то, что она создает здесь вкроенный карман. По груди она не давит. Оля, покажи, просит прям, потяни, да. То есть вот она, свобода. Это 54 размер вам демонстрирует. Да, четко. В бедрах также гуляет. Возможность данную куртку видоизменить. То есть смотрите, вы ее с легкостью можете подвернуть. И она даже не дает объема. То есть, видите, маленькая, коротенькая, но при этом функциональность кармашек осталась. А можно еще и при желании приталить. В общем, все, что мы только дождем от верхней одежды, здесь есть. Любимые, еще раз напоминаю, что у нас с вами куртка Линда. До минус 5 лучшие предложения для вас. И, конечно, удобная молния. А самое главное, выбор сегодня такой красоты за 3999 рублей. Оплачивайте банковской картой и получайте дополнительную скидку 5%. Один день, одно главное предложение дня. Самое лучшее.